Все, из Телькатченкова. Вот освобождение. Вот освобождение. Потом еще вот освобождение. Вот, да, все я пошел. То есть здесь, как руки держат, так и развивается удар практически. То есть здесь удар в лицо прямой или боковой. То есть он однообразно обкатывается. Вот, допустим, я сейчас освободился от захвата, а потом идет удар. Да, раз, удар. Я вот пошел уже на все эти браки, зацепил, допустим, ну, бросок, в конце концов. То есть это броска. Боковой тоже самый удар идет. Ну, вот он раз, то же самое, как освобождение от захвата. Идет такой гражданудар. Об 6, 10, вот так смотрит. Вот живот, допустим, нижний уровень освобождения от захвата. Здесь вот добавляется. Еще, это освобождение захвата на нижнем уровне. То есть мы вот так освобождаемся первично. Вот. Здесь же идет, когда удар развивается. Он практически обкатывается, сразу рука готова цеплять и броски. Используется ступеня свободы. Да, вот, и человек управляется просто. Вот, ну и добивает, ну идет до конца. Вот. И у кого левый? Вот, раз, два. Вот такая вот связь. То есть все тело расслаблено, используется ступеня свободы человеческого тела. Еще вот живот. Раз. То есть практически не важно, может быть у него и оружие там, то есть используется все, то есть он до конца добивается, он говорит, использует все эти свободы и принципы одни и те же. Стоп. Вот, в славяно-гвардейской борьбе на первой кассете есть система защиты, называется себя. То есть при ударе, допустим, в голову есть подсад. Вот он так развивается. С одной стороны, вроде бы, ну что здесь, все уже вроде бы, ну а дальше что? Многие спрашивают. Вот. Можно сказать, что здесь как раз идет развитие. То есть автоматически происходит подъем рук вверх, когда идет резкий бросок на ноги вниз, руки идут вверх. То есть их можно использовать вот план. Раз, удар прошел сразу, удар пошел. И сразу фиксирование, контролирование ногой и бросок. Вот, вот мы, значит, это вот. Вот уже удар прошел. Вот он, все, держи. Вот я подсел в него, вроде бы, я говорю, как вот идет, ноги идут, все тело вниз, а руки поднимаются вверх, потому что они очень легкие. То есть это просто только по закону физики, они понимают, можно вот такой удар внести и сразу пойти его с ударом бросать. То есть вот он прошел. И на земле уже коленки фиксируют руку, и там уже развесится. Раз, смотрите. Раз. И брос. Да, молниеносно будет, да, очень красиво. Тут все на скорость, то есть все скорость большая. То есть если он быстро провалит практически стены. То есть можно пахом нести удар, он присаживается. И он практически там уже понижает свой центр тяжести, его практически слегка только толкнул. То есть ну что, даже подсек. Да прям чуть-чуть вот так вот. Раз. Он упадет, он может, допустим, ногой будет давить. Еще что может развиваться. Это вот отрыв. Отрыв может лучше развиваться. Можно как идти на отрыв. То есть как может развиваться? Так он выглядит вот так вот, отрыв. Вот. Вот так вот может встречный. То есть с другой стороны сразу идет удар, рука захлестывает, тянет на себя, ну может заградить себя, как щитом, допустим. То есть неплохо, прям как... От нападающего. То есть должна быть расслабленность во всем теле. То есть вот он меня бьет, а я, то есть практически ему убрателюсь и иду в него. Вот. То есть никакой такой вот жесткости, резкости. Вот. Еще, допустим, такая штука. Много тут. Ну, когда он бьет, падает на землю, там так что-то другое. Диванный полис, чтобы быстрее, да, легче. Дальше. Вот, ящик, допустим. Вот, то же самое. Бах, бах, бах. Вот это, да. То есть, понижение очень быстро уходишь в этом уровне. Вот, но зато, допустим, можно вот здесь вот ударить. И вот так можно упустить, допустим, дальше ногой, бах, там, заработать. Ящер также, допустим, может быть стрела там или все, что ножик ли там кидать. Это уже не ящер, который у меня глубокий подсад. За, как он называется, сапожник, за ножом. Тут то же самое, очень глубокий он подсад идет. И тоже вот идет, допустим, раз ногу сбил, нога уже и сразу в лицо бьет. Тоже получается как удар
то есть здесь уже расслабился, и сразу другой уровень перемещения. Убраться получается. Так, а дальше скрут груди, потом вылезть туда. Вообще. Потому что может развиться с него. Допустим, раз туда сразу. Переход к нему, рука фиксируется, ноги выбрасывают туда, то есть бах сразу. И пошла туда в горло сразу. Нога, то есть идет дальше, и ты по кругу крутишься, и дальше то есть, ты круговой оборот сразу держишь. То есть пружина зарядилась, разрядилась. Вот. Дальше. То же самое. Круто? Да, скрутит. Вот. Бах, если вот этот подъем, бомбе выпадает, этот подъем очень быстро ломается, потому что очень тонкие кости и хрупкие. Вот что можно сделать. То есть сразу, то есть отсюда сразу идет удар, пронос, и он практически прогибается сам, потому что хочет устоять. В центре тяжести в голову уходит, и он своего маха голова взял вес. И, естественно, победа мгновенно. Вот другая штука, тоже со скруток. Ой, да, борьба. То есть можно еще добавить пенис. Чита рука не используется. Нет, я просто, чтобы видите, я развернулся вот сюда. То есть раз. Если вот эта рука, она то есть сразу добавь, то есть пока он летит еще вот несколько раз бьешь. Раз, на ногу раз, раз, вдавил, идет падение. То есть не просто там фиксированный удар, такие тык. А то есть он бах и пошел, давление, то есть ну, на скорости, он еще покажет несколько ударов. Значит, дальше отрыв живота. Получается, что руки поднимаются вверх. Ну, даже если мы стоим с ним на улице, разбираемся. То есть руки поднимаются вверх, продолжение бах, опустим, бах, 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 бах. Вот он так идет. То есть очень быстрая атака. Да, то есть не важно. То есть поддерживаешь его. То есть можешь контролировать, если кто-то бежит, точнее несколько человек. Ты можешь в итоге там человек. И за него напасть на него. Вот, ну станет поменять. Ну, теперь от бокового, я вот покажу, пожалуй, самое эффективное, это не посадится под удар, как в боксе, боковой, ага. Не ногой, рукой. Нет, да. Любой, поближе, поближе. Вот. Это вот, допустим, более эффективная вещь, потому что контроль за рукой сразу. Я ей могу загородиться так же. Вот отсюда. Вот опять от боковой. Вот раз. И он сразу развивает удар. Это отбрасывает, сразу старает гонять. Третий, четвертый, пятый. Получается быстрый, быстрый удар. Это очередь пулеметный. Там эффективнее. Вот, да. Вот дорог я делал. Я его получил практически. А если я делаю так, он будет развивать скорость. Я ее контролирую. Не даю руке вернуться назад. Прижимаю к телу. Если та рука бьет, вторая пошла, то вся я ее использую. То есть ничего лишнего нет. Ничего. Все продумано, короче. Вот это самое эффективное. То есть не какой-нибудь посад под руку, а вот именно такая вещь. То есть я его могу удушающий, могу применить что-то другое там. И коленка следует. Коленка, это естественно, да. Так можно. Сердце все время пальцы там за глаза могут это уже. Из другого стиля, говорю, о русском стиле. Да. Вот, дальше что? Вот есть такой вот, отрыв посада. Когда. Да, когда прямой бьют, допустим, вот, опа, уходишь раз. И вот тут практически руки, вот они. Допустим, он тебе эту руку бьет. Вот она как контролирует, сам отсюда проходит. Вот, допустим, ты крутишься и садишься на него. И добиваешь его, но на земле уже. Конечно, в чем эффективность, конечно, всю секунду происходит. Естественно, это, я покажу еще технику, как она выглядит. Скорость, то есть, на подушке пока. Да. Вот так может развиваться еще вот так. Еще греко-римская защита называется. То может вот так развиваться. Бах. Очень сильно удар получается. Отрыв еще, посадок покажу. Грудь, живот. Грудь. Нас быстро подсел. А не важно, там, что в лицо, что палкой бьют. То есть мы будем говорить отдельно про палку. То есть вот это используется очень быстро. Можно вот уже удар нанести, быстро встаешь, удар опять пошел снизу через. Если волос нет, то хватит глазницы. Можно развить его об коленку сразу, еще об эту сторону. Вот так вот по всему сможет. То есть, ну, как хочешь. То есть ты управляешь уже человеком, как говорят, дальше. Еще. Вот, раз. И вот тут. Очень
зарплаты, то есть быстрый уход на уровень другой и работа уже на нем. Ну, практически все там еще было, да. Против ног, когда бьют боковой удар в ногу, то есть вот, тоже раз и пошел в него. Можно идти с удара. То есть потом, нет, прямой такой вот удар в ногу. Ну. Вот. То есть он быстрый отход или просто смена ног, то есть раз сразу и пошел на него. С наступанием на ногу, с наступанием, это очень важная деталь. Надо привыкнуть наступать на ногу. То есть я убираю, допустим, пошел у него сразу. Ему тяжело убежать, а я его вот такой вот. То есть я фиксирую вот такой вот. Вот еще вот такой прямой. Раз, допустим. Я вам аккуратно смотрю, раз, он проваливается. Значит, так. Если это на скорости будет так, вот просто раз. И все, я могу наступить сразу на ногу, с ноги ударить. Это болевой, да? Да, конечно. Мышцы. Где мышцы болевые. Вот практически все. Вот все-таки это неэффективно. Под подсаживание, допустим, под. Ну, если человек выше тебя, так можно подсаживать под боковой, если ниже, то лучше делать именно вот так вот. Запускаться. Вот удар прошел, еще сразу идет. То есть град удар выключен. То есть на улице внезапный удар обычно наносится с опущенных рук, вот, мы стоим, разговариваем, вдруг внезапно соперник наносит удар, бах, вот, то есть эффективнее всего закрыть плечо, но это чуть быстрее, внезапно, допустим, вот, закрылся плечо, я пошел работать, допустим, та рука наносит удар уже, я ее откатываю тоже, и вот пошел, вот, обратите внимание на ноги здесь, опять же, наносишь удар, вот этот удар, раз, ноги работают, сейчас уже, ну, значит, был удар. Дальше переход, смотрите на руки. Значит, вот, смотрите, рука подкручивает, если та бьет, она ее захватывает. На ноги, смотрите, как ноги перемещаются. Дальше нога выбрасывает удар. Вот, нога пошла, смотрите на руку, теперь так, рука идет вместе с ногой. Вот, туда перенесли. Вот, допустим, раз, и нога одновременно, вот, переобразительно, то есть одновременно толчком руки, то есть сейчас, кто будет смотреть, спросите, толчком руки одновременно ставится нога, раз. И происходит удар. То есть ноги выбрасывают, значит, сам удар. Еще раз, вот плавно, вот мы сейчас покажем. Только руки одни. Вот еще раз. Еще раз. Прямо в челюсть. Вот, я защитился и пошел. Вот, если та рука бьет, я ее просто отбиваю. И вот пошел опять же. У меня просто ноги его выбрасывают. То есть постоянно ноги работают, постоянно. То есть что я ухожу, нога срабатывает, у меня вся плоскость закрывается. То есть меня будет бить сюда, допустим. И в пах одновременно. То есть получается раз, и он в пах уже мне не попадает, потому что я закрываю всю плоскость. Я ставлю плоскость. Мне очень тяжело, потому что она скользит, но у нее нет удара. Еще внезапно удар. Раз, допустим, вот он как провалился. И его раз и бросил сразу. И еще все, то есть все опять же говорит, снижает скорость. То есть человек скорость, он быстрее проваливается, его просто задел, он пошел с тобой. Марионетка. Нет, вот опять. Не такой, а вот там, как бы, на улице, замах вот такой, замах. Замах только начинается уже в плечо, допустим, можно его мерцание производить, сразу сводить этот удар. И вот, вот она пошла, в общем, такая захлёстная вообще вещь. То есть вот, вот, вот снизу так, то есть вот так вот руки работают. Просто вот так. То есть, нет, работает это вот такая вот. Раз, серия ударов. Два. Они вращаются постоянно, ходят по восьмерке. То есть очень важно. В принципе, восьмерки. Значит, восьмерки, круга, плавность. Что телом, значит, головой, что руками. То есть постоянно лепесток, как надо, то есть лепесток, я по поводу, он когда наносит удар, получается, что я просто как лепесток рисую рукой. То есть он не просто блокирует, да, а он провалится у меня. Я его, он меня как бы, я его вяжу своими руками, и он мной управляется, вот, используя степень свободы. Так, дальше еще, значит, что, какие развития могут быть. Допустим, раз прошел удар, внезапный. Вот. Второй, допустим, пошел удар. Я вот тоже перемещаюсь сразу. И вот на себя тяну. И сразу он пошел на бросок. Сразу вот бросок. То есть нога ногу контролирует, чтобы он не ступил, и наступает на ногу или обратите внимание. То есть вот когда уже я уже пошел, вот коленочек в коленочек, то есть под колено сустав. Он легче контролируется, быстрее убрасывает. Вот, боковой внезапный удар. Ну вот такой производится. И тоже, опять же, ноги смещаются, и сразу происходит выброс ногами, значит, удара.
взяточников существует тройка. То есть я могу использовать раз, два, три. Рукой и ногой. То есть вот этот бах, голя, разворот, удар, человек падает уже. То есть давление, давление происходит. Здесь тройка, вот у белов существуют оплеты. То есть их можно использовать как оплет, вот, допустим, тоже внезапный удар. Вот оплет называется, все, вот и пошел сразу. То есть я в него захожу, могу его контролировать голову, просто как бы кольцом таким или как бы куклу такой рукой, и сразу наносить удар. Контролирую руку одновременно, то есть я рукой контролирую, чтобы она меня не ударила, и наношу удар. Вот. Еще боковой. То есть раз, можно вот так ударить. То есть рука катится по всему. Развитие атаки, то есть внезапно, или вот так вот, допустим, раз. Еще раз. Вот, раз, на упреждающий удар, на хватит, на локоть, значит, выемку, прокрут, тем себя. Можно колено прокрутить, можно просто на землю. Можно выбрать, допустим, лавочку или там, или еще что-то. Стоящий рядом, урну, то что угодно. Вот. Какие еще, допустим, удары могут быть на улице? В живот. Удар в живот. Раз. Вот, смотрите. Идет удар сразу. Если он жестко руку держит, вы отбрасываете, да, вообще больные. Болезнь. Да, болезнь. И тем более, если мы в обуви, то это еще болезнь будет, потому что подошва, да. Вот, то есть быстрый, допустим, раз. Вот. То есть практически вот я на ногу вступаю и сразу кручусь. Еще раз. Раз. Вот, допустим, можно вот так вот. Нога контролируется ногой. То есть приступать. Надо прям привычку взять. Вот. Может вот так вот быть сразу, раз, вот еще раз, живот удар. Раз, то есть рука поднимается, живот убирается, вот, живот убирается, да, идет удар, а рука поднимается, она автоматически развивается, и он вытягивается, как во время удара. Рука потом проходит, лишних движений делает, она снимает руку, нога наступает на ногу, как говорится, и теперь сюда, на руку переводит. Вот, и идет проход. Когда нога удерживает ногу, пальцы тоже могут поломаться, порваться связки, пальцы, тоже травма очень сильная. Вот. А еще вот удар в стяжку, допустим, может быть, в лицо. Вот. Сразу удар. Если очень быстро, то он просто подбивает руку, точнее. Вот идет все. То есть я его упреждаю. Но это опять же нюанс, если выше человек, там есть тонкость. Это уже надо по ситуации смотреть. Если он, ну, допустим, я ниже, он выше, он бьет мне. То есть мне будет вот так вот и удобнее ударить. И удобнее будет не силой тянуться, а именно вот садиться. Использовать вот эту свободу. Здесь натягивается, здесь он скручивается. Здесь нога контролирует ногу. И он идет домой. То есть не важно, какая там сила, но есть степень свободы, есть физика, которая почти не все вообще. То есть какой бы ни был человек здоровый. Но прежде всего, конечно, нужен удар быть. Это надо запомнить всегда. Еще удар в стяжку сейчас покажу. Ну, раз. И вот смотри дальше. Перемещение. Два, три, четыре. То есть простая техника. С одной точки зрения. Но удары постоянно плоскости свои могут меняться. Ну, может быть так. Опять удар в лицо, допустим. Вот раз. Я мерцание здесь делаю. Вот еще раз обратите внимание. Я здесь не делаю мерцание, а рука, ну, они одновременно выбрасываются. Вот здесь вот одновременно еще раз. Вот раз. Еще раз. Вот. Если он успел сделать мерцание, рука просто сбивается, и опять такой встречный идет. Он, естественно, находит, в это время моргает глазами, и идет забивающий удар во всем сразу. Он теряется, и после этого как всегда идет. Еще без применения ног. Бросок, да, без применения ног. Но ноги всегда контролируют наступанием, или тройкой, допустим, если тут идет. Вот сейчас на коленке обратите внимание. Вот тут, допустим, руки у нас по-своему, тут пошла работа, допустим, раз, два, и идет давление, да, до конца, то есть он падает. Там земля уже коленки включаются, там, сверху руки, локти. Вот, еще ногами смотрите. Вот он меня бьет, раз, вот, и пошел, его контролирует до конца. То есть я давлю и его как рычаг веду. Вот с этой стороны сейчас будет. Вот. Я просто покажу ноги. Ноги просто покажу. То есть как они работают. Вот. Допустим, на улице там больше просто стоят, не стоит. Когда уже идет драка, там другая применяется. Вот идет раз. И сразу идет опускание. А когда идет удавление, если тут идет болевой, то сразу очень больно, может получиться клетки, вот здесь вот особенно корни мышцы всегда очень болезнь, потому что нервы идут. Ну еще в живот. Это. То есть крыша у меня бьет ножом, я ее контролирую руку,
пожимаем тело. Она с ножом, она уже ничего сделать практически не может. Чего я бью, могу в пах ударить, могу в пятую плоть, рука какой-то. Не надо там зацикливаться в одно место. Кожу в одно место, допустим, два раза ударить, перекинуть руку. Использую, допустим, тоже на ногу вступил. Сюда спать вверх тебе. Нога, значит, на ногу вступил. Идет давление за счет вот этого пресса. То есть очень, то есть не используешь силу, а очень экономично. То есть все, никакого лишнего движения не должно быть. Только все говорит рационально. Техника такая. Мерцание руки, выбраться, удар сразу, брат, удар. Грудь отпулится, не важно, а что попадает на стрюк, еще. Бах! Ногами присаживаешься. Вторую руку уже не бьет, потому что он уже стрелся. Если даже она бьет, то ты идешь и открываешься. То есть открываешься от нее в момент, вот когда я уже приду, она бьет. Я ее не закрываюсь, отдавлю, и его бросаю. Да, там уже захват руки, ну, степень вертикаль гипотенуза. Называется, оно может вот так работать. Вот так работать, то есть можно вот так ударить вроде. Поэтому проговорим про этот принцип потом отдельно. Еще удары. Значит, нам остановочка удара вроде. Опять здесь еще без тренировки. Да, тут можно вот чуть-чуть. Дальше идет давление ногой. Встреча ногой потом говорим. Про ноги отдельно. Вот еще удар. Вот смотрите, что происходит. Главное, чтобы было ясно. Раз. То есть я иду, и у меня из тела выходит удар. Я не замахиваюсь, потому что когда замахивается человек, он, допустим, замахивается человек. Раз, его уже можно остановить. У него вот он, плечо развивается там, и уже можно его контролировать. То есть опять можно и ударить, и руку протянуть, и утащить, и, допустим, в горло ударить. Это очень опасный удар. До смерти уж не давать. Еще удар, левый, допустим. Вот, раз. И бросок. Раз. Вот, если он меня будет бить в ногу, легко. Раз, я его, допустим, просто пронижаю, допустим, с такими пятками. Удар могу наносить. Или вот еще очень эффектное. Идет атака в голову, значит. Вот, раз. Ноги, смотрите. Он идет в печень, сразу удар. Потом он разворачивается и сразу идет в подъем удар. Можно его от себя оттолкнуть. А уж я его контролирую и пошел уже по нему. Путешествуешь. То есть танцуешь. Обычно так, что на тяжелую ставится удар. То есть ты практически прыгаешь к нему. Танцуешь, ты пятками бьешь. Если вот коленкой в пах, не знаю, на улице, это ситуация. Вот, смотрите, раз. Фехтование, как фехтование. Почему русский стиль? Потому что как фехтовали, допустим, на саблях, как дрались, ну, больше, конечно, на саблях, как вот. Ну, защита та же самая. То есть, он меня бьет саблей, допустим, сверху, или, допустим, меня режет. Я, допустим, так же ей защищаюсь. И сразу нашу реже такой удар, как бы, режущий. Как он говорит, засечный был в своем городской борьбе. Еще удар. Колено. Вот. Просто. Женщина в это же время идет просто удар. И раз удар можно обрушить. Я использую, что вес своего тела, какой бы он ни был. То есть вот опять эпизод. Коленка к коленке. Я просто довожу слегка. Ну, руки я просто не тёрки говорю, потому что руки идут вверх, они бьют. Они также цепляют, проводят удары. Свеля, она практически вот, если вот в таком напряжении. Я просто покажу, как руки работают. Вот удары, вот они меня бьют. То есть если я вот, допустим, буду просто жестко вот ставить, можно, я здесь поставлю, а здесь обязательно пропущу следующий. Поэтому, допустим, усилия, я вот это прекрасно называется плетение поделений. Вот раз, он мне наносит удар, а я его постоянно контролирую. То есть практически я уже могу набрасывать, вторая рука контролируется, перетягивается, то есть я его вот, раз, ну, естественно, ногу вставляю, ногу, и уже могу бросок пробить. То есть силе позволяет как раз сделать. Уход еще раз. Вот раз, два,
его же рукой можно защитить. Ну, на суд. Раз. Его же рукой защищаешься, подходишь к нему, коленку к коленке, или вперед, если он идет вперед, или назад, если он упирается. То есть, если он упирается вперед, одна группа может быть напряжена, значит, другая раскладывается. То есть, если где-то пробывает, где-то убывает. Как на том, в принципе, пословица. Еще вот немножечко. В лицо, допустим, удар. Раз, второй удар пошел, ноль, два. Уже достает произошло. А вот, допустим, второй, он уже не достанет практически. Потому что я его веду, там бросаю. То есть я их становлюсь им самим, управляю как бы из него. То есть заход за спину получается. Протяжка руки. Протянулся рука, плечо освободился. Ноги у него как стоят. Ногу, смотрите на ногу. Вот смотрите, раз. Получается уже бросок. Я его на земле очень быстро могу добить, потому что очень близко голова падает к ногам. То есть просто поднял ногу вверх. Еще в лицо, допустим. В плавном режиме второй пошел удар. Вот она вытягивается. Все. Вот я уже контролирую. Могу его бить. Здесь горло, глаза. Да, горло, глаза, рот, все, что угодно. Если на уличном драке, в смертном бою, там нет правил. Поэтому не надо стесняться. Мы говорим именно о системе уличной драки, которая требует настоящей закалки. И более реальных, то есть таких движений тела. Опять сюда. А на большей скорости это будет очень быстро и не поймет, что, куда вообще попал. Он проваливается меня. Я его не жестко просто контролирую. Просто оттянет руку и опять ударит. А когда я его контролирую, в себя втяну, я пошел к нему как бы заходить. То есть рука протягивается, она и бьет одновременно. Я захожу и цепляю его. И могу, допустим, если у меня что-то летит, я уйти и ударить одновременно могу. Ничего, ничего лишнего. Все обдумано. То есть и как все уже было. Так. Предопределено. Сейчас мы говорим немножко о захвате. Захват. За локоть. Ну, обычно на улице хватается. Это проще всего, допустим, сделать. Так, вот, допустим. Если по теме, значит, русской дураки, то есть вот такой вот бросок. То есть, мы просто показываем биомеханику, скорость и технику ударов мы отдельно показываем на подушке боксерки. Еще захват за локоть. Ну, вот, допустим, может просто опять использовать то же самое сбивание. То есть с ударом, мощнейшим ударом, руки расслаблены. Об этом поговорим про технику удара. Немножечко. Ну так, не особо. И рубашечка. Вот. Одежда тоже может использоваться. То есть опять степень свободы. Используется вот раз. И он, допустим, уже управляется опять руки. То есть я его рукой здесь. Здесь вот она отрустит у меня. То есть вьет по ней, как змея, как сколько. Вьется, отбивается. То есть натягивается, цепляет. И где, говорит, угол используется, угол, допустим, угол, вот угол. То есть он используется здесь. Вот угол используется, потом можно пальцы, допустим, просто сделать вот так вот добавить. То есть используется углы лица. Или, допустим, просто когда человек не успел ударить, то есть уйти от удара, он просто доворачивает лицо. Вот так вот. То есть как раз вот лицо так устроено, что вот просто довернул лицо в боковой. То есть вот лицо чуть довернул. И уже нет удара. Потому что голова ведет за собой тело. И опять как плечо, как бы полнорез такой получается. Мимо ударить. Вот, повернул, а там просто вот может крутиться, значит, как это. Волчок называется. Выключил. Поехали. Когда руки ходят уже, то есть бойцы приготовились к бою, вот, что можно использовать? То есть можно быстрее использовать проход, допустим, вот рука близко к этой. Он, естественно, у боксера привычка, если он прощупывает, значит, левой рукой. Раз, сразу, вот прошел удар, значит, сразу с ногой идет удар, проход, контроль и бросок. То есть такая может быть атака. То есть опять вот, то есть плавно, допустим, раз, удар проходит, очень сильный удар, и за колено, значит, достает за голову бросок. Еще раз, в таком же положении, допустим. То есть он идет вот, раз, сразу идет боковой. Проход за спину и развитие броска, и она идет именно, посмотри, идет, значит, развитие до конца, пока человек не ударится головой в землю. То есть рука не отпускается с горла, идет развитие до конца. Это очень сильное поражение. Вот, еще раз, значит, просмотрим. Допустим, вот раз, два, ноги двигаются. Смотри, сейчас еще раз так. То есть вот,
Зала же ногами поднимается. Смотри, я сейчас здесь без вас. Вот, смотри, ноги. Раз, два. То есть практически вот. Теперь на руки перейдем. Вот идет отпускок. Раз, рука зацепился, и по такой же траектории до туда челюсть. И также рука развивается, а ноги идут по кругу и идет бросок. То есть заход за спину. Попал такой вещи. По этой системе можно построить любую модель боя. И именно из этого для себя, как удобно каждому из людей, значит, для себя какую-то атаку, допустим, ставить свою атаку. Потому что у каждого своя, как говорится, логика была, я не знаю, там уже каждый сам должен смотреть. Вот из этих вот моделей боя можно построить свою уже атаку. Вот еще такая вот вещь, может, мерцание. То есть мы ставим тоже, уже приготовили к бою, идет удар. Я раз, вот, я мерцаю рукой, я сдерживаю удар. И сразу у меня идет развитие удара, вот такой вот идет сразу, бах. Это называется, или распалил, вот он идет расслабленной рукой, как сильно, вот так вот. А в конце сжимается, и сразу идет другой удар. То есть я вот так пошел, допустим, по лицу, а тогда идет еще отсюда, и отсюда, и отсюда, и отсюда, то есть со всех сторон. Он и в живот, и в лицо, и везде, и в пах, и в ноги, и того. Еще, вот он опять бросок у меня, поближе, слишком далеко. Стоп. У меня точно, лицо точно. Вот, можно как, он скользит практически по мне. Я его вот отсюда могу не сюда, смотрите. Я проскользил вот еще раз. Я отмерцаю и скажу сразу удар. Рука держится у меня. И опять же, я могу только понизить немножко центр тяжести, он упадет, потому что он расслабляется после удара. И главное, что значит, как говорится, кружится, и он легче подается этим. Еще раз, вот мерцание. То есть он еще только начинает бить, я его уже точнее поменяю. Вот. Или вот. Вот, пошел, смотрите, на руки. Вот и развитие, бах, сразу. Локс пошел, бах, вверх, вот он, в челюсть. И сразу закрутом бросок идет. То есть ни одного лишнего движения. Так вот, развитие атаки как раз. То есть на этом должно построено. Тебе вот раз, и вот рука сразу пошла наносить удары. Если он крутит этот стол, допустим, пошел бить, я за ним иду. Я перемещаю ноги так, на ноги, когда вот идет уже по кругу, второй уже удар наносится. Я вот выхожу. У нас получается неудобное положение, я опять же использую степень свободы колен и таза. И он справляется мной. Еще на мерцание обратите внимание. Вот, смотрите, если вторая рука бьет, и тут просто одно мерцание, встречные пошли удары, допустим, раз, у него сел и бросил. То есть, ну, я прям становлюсь буквально на ноги. Раньше вроде ходили в сапогах, они были очень жесткие. И все, сейчас кеды, там, кроссовки. И вообще надо учиться драться в любом месте. То есть в грязи, там, среди дождя, среди снега, в зале, в узком проходе, на лестнице, в лифте, где угодно. То есть нужна привычка. Об этом мы потом говорим. Еще удар. Неожиданный удар. Тоже мерцание, неожиданный удар. Еще раз. Это идет, вот смотрите, если плавно, вот развитие удара плавно. То есть локоть контролируется и все. То есть он еще здесь, а уже локоть я его подбиваю, и удар нет уже. То есть я сбиваю его, он провалится на меня. Я опять иду, допустим, вот цепляю здесь. То есть я микромодель такого боя. Так, еще, значит, такой идет удар. Прямой? Да, прямой в лицо. Точнее, меня. Вот, допустим, раз, и удар, и бросок сразу. Удар-бросок? Да, левый. Вот идет, значит, смотрите, раз, и сразу идет отсюда удар. И ноги, смотрите, они крутятся. Я его тащу за собой, и бац, а я дальше свободен, я дальше могу вести бой. То есть я вот хожу, я свободен. Его зачем снимаешь? Он же лежит, на меня надо снимать. Опять движение, значит. Левый, да. Вот раз, я пошел, допустим, руки по кругу. Я свободен, допустим, его просто бросил дальше, бой на лицо. Или еще проще, допустим, как вот в кассете показывает. Лицо правое. Раз, удар пошел. Удар зашел, он сгибается сразу. И я сразу использую вот это вот. Бах. И сбиваю просто руками. Это удар уже жесткий, когда все время наносится, человек расслабляется, а второй вот совсем снова сбивает. Контрольный. Да, контрольный выстрел. Вот.
меньше стать. Можно вот еще такой удар разбить. Левый, плавный. Вот раз, проходит удар. Вот, лицо, допустим, что проходит удар, вот такой расколен. Дальше я перемещаюсь и бью его прям. Можно в уровень ног, могу с ним упасть тоже, на землю, допустим. И на земле уже сделать известный самый болевой прием. То есть рука как ложится, как мостик сделал, и рука на болевом сразу. То есть быстрый выигрыш. Когда много народу, естественно, вот используется вот этот еще. Раз, допустим, и ударом отсюда бегут. То есть мне надо им закрыться, я его раз и толкаю в это же время. То есть разываю и толкаю. Человек просто в нем путает. То есть защищаешься им как щитом. Еще мерцание его, смотрите. Я лицо убираю, потому что идет в лицо удар. Вот, сразу мерцание. Удар держит, силу удара уходит в мерцание. И вот, допустим, рука, опа, я, допустим, сразу ношу удар в шею. Могу его назад, если мне надо, или вперед просто вот так. Ну, вперед кладется. Или назад вот так же бросить. Но это мы уже видели много раз. То есть по этому принципу все и развивается. Для вас, как чтобы всегда это было. За грудки захват, когда мы. Там вот такая, то есть тоже волна идет. То есть тоже видите смещение центра этих ступеней свободы, то она закручивается. И тоже за ногу идет бросок. Это вот некоторые любят цепляться, или по одной рукой зацепился, допустим. Вот вот просто эта рука отсюда бьет немного, наступанием на ногу, смотрите, вместе на ногу наступил, теперь на ручку. И вот смотри, ведешь раз, и от себя. То есть нога стоит, он потратился, он никуда не убегает. То есть на себя и от себя, чтобы тебя не ударили, рукой не настиг. Вот, еще раз захват. Вот какая может быть атака? Вот, допустим, сразу удар, если он угнулся, допустим, от удара. То вот просто раз, тоже ступаем на ногу и бросок от себя. И опять идешь по нему, бьешь там, стена. Вот. Подол, допустим, вот такого, разница такого, да. Вот тоже опять локоть контролируешь, чтобы он второй раз не занес на удар. Вот раз, вот он проконтролировал, а ноги согнулись, а теперь на руку привели. И вместе с ногами распрямляешься и наносишь удар. То есть опять ноги выбрасывают туда, чтобы было ясно, что такое ноги выбрасывают туда. Да. Смотрите, какая разница у человека, в руках палка. Вот. Удар идет, значит, сбоку, самый распространенный удар сбоку в шею. То же самое, что удар, значит, что удар рукой, что удар палкой. То есть можно вот, подтверждаем, сюда чуть-чуть. Вот. Он контролируется и бьет сразу такая вот техника удара. Вот идет. Сверху. Сверху вот идет. Раз. Освобождение, допустим, палка может атаковать в глаз противника. То есть там вот или в глаз, или в нос. Смотрите дальше, как он может развиваться. Допустим, она его атаковала, перекладывается, раз, бах. То есть опять вся степень свободы. То есть еще раз сверху. Может развиваться вот так вот, не быстро. Вот, раз. Вот плохо сдается, она идет. Может вот так вот, раз, допустим, прошло мимо. Ну вот еще раз. Раз, можно сразу ударить, руку контролировать сразу. И на бросок. Можно сломать шею сразу. Еще раз, сверху. Раз, еще. Вот. Ну вот, видите, как рука работает еще раз. Раз. Вот, и тут пошли уже удар. Отбор палки, допустим, может просто ногой наступить, а отобрал палку, не снял. Еще раз проносит. Вот, раз, допустим, и наступил на нее сразу. И она мне просто грузится. Вот, допустим, такой удар боковой палкой. Какой? Да. Ну, слишком быстро, допустим, раз. Вот. И получается, что у нее на пару пешком. То есть она коротенькая. Она все длинная. Просто заносит, она ему за ногу заносит. Если она по длине, смотри на ноги. Длине заносит на зангу и просто он просекается вот так вот. Я бросаешься на него и добиваешь. Да. Дальше еще боковой покажу. Откат. От бокового можно быстро отрываться. Раз. И уходишь куда-нибудь. Раз. И рука сразу контролируется. Он снял еще раз. Снял. Раз. И сразу рука контролируется, наступает и бросок переводится. Так. Колени. Раз, что тебя рукой бьют, что тебя палкой. Используй степень свободы. Бах по голове сразу. Руки отпускай.
боковой удар по рукой палки боковой. Он контролируется вот так же. Смотрите, что может подать. Раз, подмогу его сразу. Вот, и пошел закручивать эти палки. Если надо связать палку. Это отсюда как раз пошло. МПВД, если дать ему не нашу палку, будет связать очень больно. Коллеги. Вот, смотрите, еще раз. Удар в лицо, выступание на ногу. От руки держит, а между руками их чувствует некуда степень свободы. И вот я просто не освобождаю и закручиваю его в руки, то есть управлять. Бах, вот это вот. Вот такая работа палки есть. Это достаточно будет. Достаточно. Поехали. Техника ударов в русском стиле, в славяно-горецкой борьбе. Значит, вот так называется подол. Развитие, допустим, после этого надо включать мерцание. То есть, раз по голове, допустим, натянул себе руку, так бы еще ударил. Про этот удар мне говорили, то есть он так что. То есть не такой, не маваш, что, а вот такой удар. Очень сильный удар. Вот градус наработка удара. Минута. Рука подбивается, вторая подбивается локтем. Рука подбивается, бьется. Это у нас связка, то есть мечи сбегаются. Распально может биться и так, и вот так, и вот так. Вот это крыла называется. Вот это может быть в ноге. Если в голову может быть, в ноге может быть. Понимаешь? Развитие. Пах. Челюсть. Так далее. Ты, допустим, раз. Пах сразу. Куда пах или сразу? Челюсть. И последний даже. Сразу. Удар. Бей. Вот он идет. Бах.
метров 20 дальше, вот, допустим, где. Вот он раз прошел, два, сразу вот это по-другому так называется, развивается. В живот. И вот тот же самый удар, и давлением идет дальше. Он повыше руки, длинный, бей. Вот, смотрите, а ты от руки удаляешься, а это ногу захватываешь. Тут как, вот именно росла спина, и плюс, и минус имеет в себе. Челюсть сюда. Вот раз пошел, пах удар пошел, пошел отсюда через. Можно с отходом как раз распальную удачу сильно. То есть удар в распальную. Вот он раз, меня ударил. Теперь он бьет. Вот он как и бал, встречает, давит на меня. И его раз встречаю, допустим, тот его раз подрезал. Теперь я его бью, допустим. Вот, и пошел. Вот, получается, вот такой бросок, правильно? То есть я его не могу, потому что с контролем руки. И очень опасно при падении, боишься? Конечно, вот такой простейший, в живот удар. Раз, и пошел в него. Ты говоришь, я сам. Да, он иду. Сам летет своим весом. Или вот, допустим, раз я его контролирую нож. Допустим, я его убью в пах, и вот пошел в ногу, допустим, раз, и вот. Или за спину завел, у него отобрал, и его взял, заложил. Вот. Ну, вот такой вот есть удар. Вот такой мне. Сложнейший. Подкожный удар. Вот. Раз. А наш тут контроль. Последний, конечно, идет быстрая техника, но ножом надо иметь запас, чтобы знать некоторые вещи. Вот. Раз он, допустим, прошел. Можно мне вот уже направить его. Вот, еще раз по полукругу. Вот, раз, смотрите. Вот, ну просто там уже идет, он с этим свободным играет. Вот, может быть вот так вот. Вот, бросок уже. То есть рука с ножом при нем контролируется. А в основном с этого начинает, то есть удары вот такие вот у меня сразу. Вот, раз приблизился и повел, допустим, туда ударил, в ногу ударил. Пошел молить, а рука контролирует горло удар. Раз, ногу возвращается. Еще сверху полукругом так вот. То есть он не получается. Нет, сверху полукругом. Да. Вот он идет раз. А он пошел полукругу, допустим. А я все равно ухожу практически. Получается, вот я его ввожу и могу его так же зарезать. Ножом. Обезоружен. Работа вот в паре идет в основном так вот. То есть я его бью, он освобождает мне, нож убирает, допустим, прокручивает, бьет, может бросить меня. То есть, как мы договорились на тренировке. Мне, допустим, он меня бьет, я тоже раз его, допустим. Раз могу его бросить, там посылаю, допустим, или ножом. Имитирует удар. Очень важно, чтобы не нарваться на самом лезвие. Да, вот плавность очень важна. Потому что в плавности надо следить за движениями. А скорость, это адреналин еще кровь выбрасывает. То есть там уже. То есть если рубашка уже хорошо. То есть при ударе, даже если нет, схватил за рубашку. Да. То есть уже все движение. Преимущество, когда, допустим, короткий рукав, надо во всех подразумевать. И рубашки, и без рубашки, и голову, все. Вот, живот. Свое. Допустим, да, вот раз. Свое. Смотрим, ну, справлю с вами, идет. Пошел, вот раз. И все. Человек в броске, все, вот отлично. Миша, главное, хорошо прижаться к лезвию. Вот раз. Смотрите, этот локоть фиксирует, а этот двигает. То есть все, вот раз. А быстрее, допустим, вот раз. Очень быстро, то есть. Вроде бы все, выстрел, нет, пистолет заряжен. Еще вот, тут есть боёк, так сказать. То есть его можно вот так, просто руки только поднимаешь, вот уже поднял раз. Может не попасть бы, но если палец попал, он уже не стреляет. Довернул, отпустил, он плохо, самоубийство. Отпечатки его. Вопросов нет, все чисто. Сейчас мы продемонстрируем игры, которые можно использовать. Вот, мы, допустим, сначала толкаем. Я его сначала толкаю в плечо.
Он сначала стоит. Вот он меня толкает в плечо. Я сначала стою, а потом он получил уже сильнее, толкает уже. Я раз уже, допустим, скручиваться начинаю, грудь толкает. То есть, если со временем, то есть человек провалится. Если я буду бить, то будет бить именно проваливаясь. И это можно использовать. То есть его тело можно использовать, здесь его тело. Или, допустим, здесь опять раз захватывает, бросок пошел. Ноги толкает. Вот, допустим, раз и протащил его. Вот раз, все. Можно поставить ногу вот так вот и сломать руку. То есть как это? Вот эти игры используются как бы бой, потому что он меня толкает, удар развивается здесь по такой же, он раз, вот, и я его раз сразу и бросил. Или в другую сторону. Туда, допустим. Вот раз. И сразу удар пошел. Он на удар как вырывает. Вот раз. То есть игра такая, как бы ты танцуешь. И вообще в танце заложены уже боевые традиции. Раз, допустим, раз уже удар пошли. Раз. Удар нанес. Ну, кстати, степень свободы используется. Я буду подталкивать, я туда толкаю. То есть как работает, как работает. То есть перед собой. Чтобы было ясно. Я его толкаю, ну раз. Ну, раз, другое плечо. В грудь, ну, оп, хорошо толкаю. Ну просто получается, что я чуйка, уже нет удара. В теле всего, допустим. Он убирается, просто надо вот так убираться. Привычка уже такая, плоскость создавать. Раз. На улице потолыки вот начинают сначала так вот. Чего ты? Уже здесь он может влететь. Что развивается удар, что я толкаю его в лицо, пожалуйста. Тот же самый удар, что я толкаю, что бью. Траектория одна и та же, явно управление. Вот, допустим, вот так вот. Вот он меня может за руки схватить, сейчас за руки и вниз. Все. Такой же самый. То есть развитие поедет. Нет, то же самое. То же самое. Вот так. И вот убрал с коленками. Раз, и пошел в шею. Толкаемся. Еще. Вот игры используются, то есть плавный такой вот, как бы перевальный, как пьяные мужики там толкаются. Бах! Уронил сюда. А вы смотрите, привыкайте, как бы, опять же, раз он меня зацепляет здесь, я его просто зацепляю за гору. И надо крутить руку, вот что, обращай внимание, не просто тянусь, а крутить руку, вот. Потому что она крутится и давит, как бы, удар сдавливает, толкаемся дальше. Игры могут быть вот так. Чувствительны. Я должен оторвать руки, я могу вот так вот крутиться, вот так вот. Он должен за мной успевать, да, вот это как раз есть ловушка уже. То есть в этих играх рождаются ему как раз эти вот боевые секреты. То есть раз, я вот их кручу, а он за мной идет, плавно, тут тот стороны плавно. Я могу на тебя идти, ты тоже туда идти, чтобы жестко совсем. Я могу от тебя идти, вот так вот по кругу могу одну вверх, другую вниз. То есть как хочу, так и делаю. А тогда нужно ощущать. То есть тем не менее в игре зарождается вот это вот ощущение. Ну, то есть, расстояние между противниками, ощущение движения руки, ноги, там всего. То есть уже просто вроде баловского, и в то же время сразу человек учится уже боевым навыкам. Или, допустим, вот так вот меня толкать, вот так вот толкать. Вот раз, сразу лоб встречается. То есть как это может использоваться? Толкай еще живот. Раз. И сразу он натыкается на локоть. Сразу пошел еще один удар. Сразу пошел еще один удар. И он просто мясорубку попадает. Еще тут плечо там так же будет. Видишь, вот, допустим, он тянул себя. Раз. Вот, тем его может добить грудь. Толкай грудь. Раз, смотри. Вот, развивается. Бах. Бах. То есть вот она как скользит. То есть он меня толкает, а мы плавно с ним играем. Вот раз. Я пошел, допустим. Раз, сюда. Два, удар. Три, удар. Не любит ноги использовать. Очень плавно. А ноги я сейчас скажу. Да, еще плавно так толкаешься. Раз видишь, у него нога как стоит. Mm-hmm. Вот я могу вот что сделать. Просто у нее сесть и за ней потащить. Раз. А рука используется, просто если падаешь, грудь немножечко выпячиваешь. И все, и болевой получается. То есть такие плавные игры, они. Получается. Вот снежки. Игра в снежки, игра там. Царь горы. Все это вот. Он меня хватает, допустим, за руку. Хватает меня за руку. Да у раз. И к себе его видишь, как получается. То есть вот это движение, когда ты меня хватаешь, вот давай, кидай, делай. Видишь, как по образу
направление твоей руки, то есть как ты отсюда же хватаешь мою руку. То есть ты хватаешь, а я ее и веду, как ты ее хватил, понимаешь? Вот я, допустим, хватаю, а ты ведешь дальше руку. А вторую используй. Вот смотри, как я использую. Вот меня хватай, плавно снизу. Смотри, раз. То есть вот, до боли ты ведешь. Тише, с падением. Нет, я вроде ты хочешь. В общем, такие вот игры. Или, допустим, ногами фехтование. Плавно там голову бьешь, колен, ногой. И раз, его, допустим, свел. Вот опять цепи свободен, пользу. Еще, допустим. Поставил ногу. И она тут же ногой, знаешь, как крючком раз. Человек просто падает. Что сюда в живот не надо ногой. Я защищаю все тело. То есть я не знаю, похуй он будет бить или в живот, видишь? Вот он сейчас бьет, не знаю, куда ты бьет. Или в пах будет бить, или я не знаю, бить или в живот, или в пах. Там, вот так вот, тоже удара практически нет. Давай. Видишь, что получилось? То есть ты теряешь, чему ты теряешь? Если я просто блок поставлю, ты ее назад уберешь, а здесь я делаю вот. То есть раз, и он идет свет. Потому что тормозит. Он идет свет ко мне. Все, ему уже сбивает. Ты же захватывает. Давай захватывай за ручки. Вот мы стоим, а ты меня хватай за ручки. Ты раз, хоп. Допустим, раз, типа, как будто удар. На мяча не удар, как игра. Когда... Вот он, хватай, хватай. Сейчас еще руки как придут, а уже. То есть немножко раз. Или, допустим, за грудь. Но не редко так плавно. Так, видишь уже, вот еще. Видишь, и сразу пошел вот туда себе тянуть. Ты идешь за мной. А я сразу в другую сторону иду. И получается опять удары бросок. То есть всегда удары бросок они сочетаются. Нанесение удара, а потом бросок. Сразу расслабить. Ну, в общем, все. Теперь я тебе два, вот смотри, раз, ты обхватил. Теперь ты мне два пошел, раз, лево, не важно, какой там, я тебе два, раз. Ты не пошел? Нет, ты пошел, раз. Ты мне пошел, слева, раз. Раз, пошел, два. Можно вот, допустим, сейчас удар на удар, если я тебе, значит, раз. Если я тебя бью, ты обхватываешь. Ты мне бьешь, ты обхватываешь. Да? То есть получается просто путаешься, ты понимаешь, ты даже не понимаешь. Кто тебя бьет, что ли? Если все убьет, заканчиваем нашу кассету с техникой наших ударов и объяснением. Вот, допустим, давай еще градусник. Сбивается рука, и значит, так вот сюда. Треснуть, то есть убивается, и второй удар нанести, добивающий. Вот. Можно, когда вот подсад делать, можно нанести удар в лицо, а можно удар нанести в уровень тела. То есть подсад делать. Удар идет, допустим, в лицо, или идет удар подсад, вместо солнечного сплетения. Можно также подсад сделать вот такой, как раз вообще вперед выбрасывать, хотя же грех конкретно. Очень, очень самый эффективный удар, вот, серия таких ударов, вот они. Быстро ударить в пол, допустим, раз. Тем же ударом ударить.
Собовщины. Раз, два. Вот такой еще. Так вот, и вообще. Куда это пах? Челюсть. Поближе. И важно смещаться не в середине противника, а за него. Заходить за ноги, за спину. Я сейчас покажу равный этот уход. Спину, вон, чтоб был видно. Допустим, обкатывай все. Или вот рука прошла. Другую сторону. Правая рука бьет, допустим. Двойка, быстро уже не есть. Которую используется снизу, сбоку, сверху. Ноги сними. Минута моргает, осталось. Навалиться и до конца. Так, держи. Заключительное слово, Олег. На этом основывается база сангурской борьбы и русского стиля. Подругу. А вот ему как раз вещь. То есть я его могу и удушающий, могу применить что-то другое там. И коленка с этим. Коленка, да, естественно, да. Так можно. Сердце все время пальцы там да, за глаза могут это уже. Из другого стиля, мы говорим о русском стиле. Да. Вот, дальше что? Вот есть такой вот, отрыв подсадок. Когда, да, когда прямой бьют, допустим, вот, уходишь раз. И вот, вот твой практически руки, вот они. Допустим, он тебе эту руку бьет. Вот она как андрогия сама суд проходит. Вот, допустим, ты крутишься и садишься на него. И добиваешь его, но на земле уже. Конечно, в чем эффективность, конечно, всю секунду происходит. Естественно, это, я покажу еще технику, как она выглядит. Скорость то, на подушке пока. Да. Вот так может развиваться еще удар. Еще. Греко-римская защита называется.
еще об этом, что вот так вот всему сможет. То есть, ну, как хочешь, то есть ты управляешь еще человеком, как говорят, товарищи. Еще. Вот, раз. Пусть удар падает. То есть быстрый уход на уровень, в другой, и работать на нем. Ну, практически все там еще было, да. Против ног, когда бьет боковой удар в ногу. То есть вот, тоже раз, и пошел в него. Можно и здесь удар. То есть потом, нет, прямой такой удар в ногу. Ну. То есть он быстро. По ангольской борьбе на первой кассете есть это система защиты, называется «Стиля». То есть при ударе, допустим, в голову есть подсад. Вот он так развивается. С одной стороны, вроде бы, ну что здесь, все уже вроде бы, ну а дальше что? Многие спрашивают. Вот. Можно сказать, что здесь как раз идет развитие. То есть автоматически происходит подъем рук вверх, когда идет резкий бросок на ноги вниз, руки идут вверх. То есть их можно использовать вот план. Раз, удар прошел сразу, удар пошел, и сразу фиксирование, контролирование ногой и бросок. Вот мы, значит, это вот. Вот уже удар прошел. Вот он. Вот я подсел в него, вроде бы, я говорю, как вот идет, ноги идут, все тело вниз, а руки поднимаются вверх, потому что они очень легкие. То есть это просто только по закону физики, они понимают, можно вот такой удар нанести и сразу пойти его с ударом бросать. То есть вот он прошел. И на земле уже коленки фиксируют руку, и там уже сразу здесь раз, смотрите, раз, и брос. Да, если молниеносно будет, да, очень красиво. Тут все на скорость. Все скорость большая. То есть если он быстро провалит практически стиля. То есть можно пахом нести удар, он присаживается. И он практически там уже понижает свой центр тяжести, его практически слегка только толкнул. То есть ну что, ну, даже подсек. Да прям чуть-чуть вот так вот. Раз. Нес. Он упадет, его может, допустим, ногой будет давить. Еще что может развиваться. Это вот отрыв. Отрыв может лучше развиваться. Можно как-то делать отрыв. То есть как может развиваться? Так он выглядит вот так вот. Отрыв. Вот так вот может встречный, то есть с другой стороны сразу идет удар, рука захлестывает, тянет на себя, ну может заградить себя, как щитом, допустим. То есть неплохо, прям как... От нападающего, то есть должна быть расслаблена во всем теле. То есть вот он меня бьет, а я, то есть практически ему убрателюсь и иду в него. Вот. То есть никакой такой вернулся под себя. То есть раз, если вот эту руку, она вот так тоже. То есть сразу добавь, то есть пока он летит, еще вот несколько раз бьешь. Раз, на ногу раз, сразу давит, идет падение. То есть не просто там фиксированный удар, такие тык. А то есть он бах и пошел, давление, то есть ну, на скорость, понимаешь, он еще покажет тебе какой удар. Значит, дальше отрыв живота. Получается, что руки поднимаются вверх. Даже если мы стоим с ним на улице, разбираемся. То есть руки поднимаются вверх, продолжение. Бах, опустим, бах, бах, бах. Бах. Вот он так идет. То есть очень быстрая атака. Все, то есть он уже книгу развивается. Да, то есть не важно. То есть поддерживаешь его. То есть можешь контролировать, если у тебя кто-то бежит, если нет специалов. Ты можешь вытолкнуть того человека. И за него напасть на него. Что вот, мы стоим за него. Ну теперь от бокового, я вот покажу, пожалуй, самое эффективное, это не посадить под удар, как в боксе, боковой, ногой? Не ногой, рукой. Нет, да. Любой, поближе, поближе. Вот. Это вот, допустим, более эффективная вещь, потому что контроль за рукой сразу. Я ее могу загородить так же. Вот опять от боковой, вот раз. И он сразу развивает удар. Это отбрасывает, сразу старается гонять. Третий, четвертый, пятый. Получается быстрый-быстрый удар. Это очередь пулеметный. Там эффективный. Вот, да. Вот дорог я делал. Я его получил практически. А если я делаю так, он будет развивать скорость. Я ее контролирую. Не даю руке вернуться назад. Прижимаю к телу. Если та рука бьет, вторая пошла, то вся я ее использую. То есть ничего лишнего нет. Ничего. Все продумано, короче. Вот это самое эффективное. То есть никакой жесткости, резкости. Вот. Еще, допустим, такая штука. Много тут. Ну, когда он бьет, падает на землю, там совсем по-другому. Диванный полис, чтобы
Быстрее, да, смягче. Дальше. Вот, ящик, допустим. Вот, то же самое. Бах, бах, бах. Да. То есть понижение очень быстро уходишь в этом уровне. Вот, но зато, допустим, можно вот здесь вот ударить, и вот так можно упустить, допустим, дальше ногой, бах, там, заработать. Ящик также, допустим, может быть, стрела там или что-то, что ножик ты там кидать. То есть это уже не ящик, который у меня глубокий посад. За, как он называется, за сапожник, за ножом. Тут то же самое, очень глубокий вот посад идет. И тоже вот идет, допустим, раз ногу сбил, нога уже и сразу в лицо бьешь. Тоже получается как удар. То есть здесь уже расслабил, и сразу другой уровень перемещения. И бросок получается. Так, а дальше скрут груди. Потом вылез в удар. Вообще. Вообще. Потому что может что-то развиться с него. Допустим, раз туда сразу. Переход к нему, рука фиксируется, ноги выбрасывают туда. То есть бах сразу. И пошла туда в горло сразу. Нога то есть идет дальше, и ты по кругу крутишься, и дальше то есть, ты круговой оборот сразу держишь. То есть пружина зарядилась, разрядилась. Вот. Дальше. То же самое. Груз? Да, скрут. Вот. Бах, если вот этот подъем. Боги выпадают, сейчас подъем очень быстро ломается, потому что очень тонкие кости и руки. Вот что можно сделать. То есть сразу, то есть отсюда сразу идет удар, пронос, и он практически прогибается сам, потому что хочет устоять. Центр тяжести в голову уходит, и он своего маха голова взял, бьется. Естественно, победа мгновенно. Вот другая штука, тоже со скрутом. Ой, да, борьба. То есть можно еще добавить опять. Чуть-то рука не используется. Это я просто, чтобы видеть, я разобрал. Вот это все, все из телекаточникова. То есть вот освобождение. Вот освобождение. Потом еще вот какое-то освобождение. Вот, от себя пошел. То есть здесь, как руки держат, так и развивается удар практически. То есть здесь удар в лицо прямой или боковой. То есть он однообразно откатывается. Вот, допустим, я сейчас освободился от захвата, а потом идет удар. Удар, раз, удар. Я вот пошел уже наносить прибрать, зацепил, допустим, ну, бросок. То есть это броска. Боковой тоже самый удар идет. Вот он раз, то же самое, как освобождение от захвата. Идет такой гораздо удар. Там 6 или 10, вот так можно. Вот в живот, допустим, нижний уровень освобождения от захвата. Бах, 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 вот добавляется. Еще, это освобождение захвата на нижнем уровне. То есть мы вот так освобождаемся первично. Вот. Здесь же идет, когда удар развивается. Он практически обкатывается, сразу рука готова цеплять и броски. Используется ступеня свободы. А вот, и человек управляется просто. Ну, и добивается, ну, идет до конца. Вот. И кого левый? Вот. Раз, два. Вот такая вот связь. То есть все тело расслаблено, используется над собой человеческое лицо. Еще в живот. Раз. Еще в живот. То есть практически не важно. Может быть у него и оружие там. То есть используется. То есть он до конца добивается, но используется этим свободой, в принципе,